по улицам Ботлиха, по улицам второго Парижа, так называют Ботлих. Это селение высоко-высоко в горах. О, здесь ЦУМ есть, магазин ЦОРа. Вот такие вот улочки здесь, переулочки. Все селение из лабиринтов. Зайдешь и заблудишься. Где-то проезжать могут машины, а где-то нет. Сюда, кстати, много туристов приезжает. Старинный магазин. Старинный магазин. Давай зайдем в старинный магазин. Сейчас так. Да. Вот так вот здесь вот все пересекается. И старинное, и древнее, и современное. Здесь вот такой здесь, вот мегацентр. Перестройка, перестройка. Здесь перестройка. Давно ты не был, да? Давно не было, давно. Ага. Значит, ты давно не был. Не было. Сейчас там наверху здесь столовая была, советская время. Да. Круговое движение сделали. Да, говорят, раньше здесь, как сказки, люди летали на коврах, самолетах. Там. Туда, ходили в бурках. А сейчас не узнать. Вот такие дворцы красивые. Вот андеец идет тут тоже. Вот все знаешь, как это. Прокурором, судьей, перед секретарем работает. Вот так вот. Вот здесь еще один спуск. Спускаемся. А потом разворот делаем такой крутой. Потом опять спускаемся. Здесь вот есть сюда вот поворот. Здесь вот сюда. Мы направо, налево. Здесь, кстати, очень трудно кого-то найти, потому что нет названий улиц, нет номеров, а только по имени. Вот, не дай бог, если окажется ночью, короче, никого не найдешь. Ты тоже забыл уже? Лет 20. Лет 40, наверное, не будет. А, лет 40 не будет. Видишь, как повезло тебе.